Саратове что-то раздражает вас? Много. Меня нет. Все хорошо? Все нормально. Нет. Все нормально? Да. Знаете, радует то, что нет снега. А почему? И что можно ходить спокойно пешком везде. Следующий вопрос. А тогда что вот раздражает, что ли, сердит, чего нам не хватает? Я так думаю, добра какого-то в душе людей и взаимопонимания, потому что очень люди злые стали. Злые и разрозненные какие-то. Вот это вот мне лично не хватает. Высадили новые деревья на пешеходной зоне. Сгубили старые, высадили новые. Пройдите, посмотрите. Штук 8 пустых ячеек. Трактора вот эти ездят, все ломают, никто ничего не высаживает. Пока зима снежная. Ну, плохо убирают. Да ну так вот, мелочи какие-то. Ничего везде, высокого везде. Касаться вот как не вот будем. Гайку крутят, потом раз, вот что-то не докрутили. Вот тут не досадили, там не дочистили, тут не доломали, тут не достроили. На набережной вот мы живем. Высадили вот эти кустики. Где дети высадили, где не высадили. Дети спускаются, ломают их. Собаками вся набережная загажена, потому что разрешили выгул собак на набережной. Как Исаев сказал, но я думал, здесь культурные люди будут и убирать за своими собаками. Поэтому разрешил выгул. Ну, народ оказался не такой. Меня радует все, буквально. Мой город, чистота моей улицы. Волжская. Волжская, да. Почему? И Некрасова радует. Достопримечательности радует. Консерватория, филармония, например. Жаль, что оперный театр сейчас на второй дачной. Вот далековато. К вопросу, а что, может быть, раздражает, злит, сердит? Раздражает народ, который не соблюдает чистоту. Выходит с маршрутки, талончики бросают мимо урны. Не далее, как вчера это было. В Саратове что-то раздражает вас? Все устраивает. Просто все супер. Да, мне кажется, всему надо радоваться в этой жизни. А есть что-то в Саратове, что раздражает, что ли? Дороги. Дороги. Тротуары, которые все время грязные. Даже центр. И то весь вот сделали эту, так сказать, Волжскую красивую улицу. А ведь плитка вся гуляет. Люди падают, ломают ноги. Поэтому, да, на набережной то же самое. Красивую набережную сделали. А там очень много огрехов. И вот я не знаю, даже проверяющие бы посмотрели, как это все выглядит на самом деле. Просто для галочки ставят отчет. Деньги, конечно, уходят. А вот хотелось бы качество. Есть раздражает? Да, именно вот раздражает. Ничего. Обустроенность придворовой территории. Хотелось бы получше. Тем более есть чем сравнить. То, что трубы постоянно прорывают, да. И вода течет. Это регулярно, вот, например, у нас. Да. О, это про тарифы, это тариф точно. Это вообще последние тарифы нас всех повергли в ужас. В ужас. Еще до сих пор не разобрались, к чему это и почему так, но тарифы, конечно. Мой родной город, как меня может раздражать Саратов? Ну, все прям хорошо. Нам нормально. Есть что радует вас в нашем городе? Радует? Ну, наверное, то, что наш город развивается, вот, что у нас появляются какие-то, допустим... Обустроенные территории? Ну, да. Что, вот, не знаю, не нравится, раздражает вас вот, как жителя? Есть что-то такое, чего бы хотелось изменить? Нет. Вот. Нет, наверное, нет. В Саратове что-то раздражает вас? Нет. Ну, за центр я могу сказать все нормально. Окраины? Окраины. Ну, окраины, конечно, отличаются от центра. Свои проблемы. Ну, видно, дороги, наверное, скорее всего. Дороги. Там хуже чистят снег. Но в этом году снега не так много. В основном весь упор на центр. Ну, хорошо, что много снега нет. Вот если бы снег выпал, мы бы нашли возмущение таких. Вообще все отлично. Да нет, все нравится, но только загруженность дорог не нравится. Цены в магазинах раздражают и вас или нет?